Здравствуйте, я Корнев Антон. Сегодня мы поговорим о том, как правильно пользоваться статьей 51 Конституции Российской Федерации. Итак, вас вызвали на допрос. Я не рекомендую с самого порога заявлять, что вы в принципе отказываетесь общаться со следствием на основании 51 статьи Конституции Российской Федерации. Вот просто не будете с ними ни о чем разговаривать и все. Тактически это неверно, на мой взгляд. Конечно, бывают исключения. Но в большинстве случаев, заявляя так, вы теряете козырь узнать множество подробной информации, которую грамотный адвокат, если он еще не с вами, сможет очень четко интерпретировать и понять, куда следствие клонит, что ему нужно, а главное, что ему уже известно. Итак, что я советую? Я советую отвечать только на те вопросы по 51 статье Конституции, на которые вы не знаете ответа. Например, на вопрос, как вас зовут, глупо отвечать 51 статья Конституции. Где вы проживаете? С кем вы проживаете? То есть допроситься и ответить на все те вопросы, на которые вы твердо знаете ответ. А там, где вы не очень уверены, как раз говорить статья 51 Конституции Российской Федерации. Еще раз, это позволит грамотному специалисту, грамотному адвокату проанализировать все то, что есть у следствия, его версии расследования. Если вам было полезно это видео, поделитесь им.